Всем привет, YouTube! Доброго времени суток, друзья! Вы находитесь на канале Ивана Вадима. Сегодня у нас будет необычный ролик. Такие экземпляры ко мне очень редко попадают, но совершенно верно, это был в названии этого ролика не кликбейт. А сегодня мы с вами заценим экземпляр под названием Гуччи. Да-да, именно Гуччи. Вот, смотрите, вот такая вот пачка. В темном цвете она сделана. Здесь мы видим луну. Вот, она это луна рельефная, по-моему. Да, она рельефная, прямо она осязается, вот такая, ну, получается, не знаю, рукой можно ее потрогать, да, она написана «Уберто Гуччи», вот, и вот такой вот значок, вот. А что написано дальше на пачке, это интересно очень, потому что она в темных цветах и золотом якобы, ну, якобы золотом покрыта, написано «20 класс сигарет премиум файн табако», вот. Содержит системные яды, канцерогены, все на свете, 20 сигарет с фильтром. Калуга, Калужская фабрика. Вот, друзья, стоит эта пачка 175 рублей. Это, я считаю, одни из дорогих сигарет вообще, которые российские какие-то бренды делают. Вот, посмотрим, что это за Гуччи такое, да, и почему они так дорого стоят. Но я боюсь себе сейчас представить, что обычно они, тут название такое емкое, понимаете, каждая, наверное, девочка, каждый мальчик мечтает, чтобы у него что-то было от Гуччи. Вот, потому что, ну, не у всех это получается, лишь чтобы они это носили, эти вещи, или какие-то, вот, я не знаю, неважно, там, какие-то безделушки от Гуччи, потому что это очень дорого, помню, к нам завезли сюда, короче, трусы, я посмотрел Гуччи, сколько стоит, и потом сам себе решил, Вадим, лучше ты будешь ходить без трусов, не нужны тебе эти трусы, вот, такие вот дела, ну, встречаем Гуччи, я боюсь, что сейчас мы их вскроем, здесь будет обычный, вот этот оранжевый, даже не желтый такой, да, как обычный, какой-нибудь оранжевый фильтр, ну, вот, именно вот этот, ну, пробковый обычный фильтр, только оранжевый, потому что как ну, какой-то не очень, вот. Ну, посмотрим, давай вскроем. Вот, пачка мне нравится, пачка прикольная, красивый, темный цвет я люблю. Особенно вот табачную продукцию, прикольно. Посмотрим дальше, что они себе представляют. А, кстати, тут на вот этой вот трубном вот этом, тут написано Гуччи, Гуччи, Гуччи продавлено. Вот, понимаете? Не знаю, для чего они так сделали, может быть, так, чтобы проверять, что, может быть, подделок не было, и без понятия. Обычно просто так это делают. Ну, какой-то, может быть, дань бренду. Давайте вскроем, посмотрим, что за Гуччи, пачка рельефная, интересная. Ну, посмотрим, что тут от Гуччи у нас. Гуччи ли тут? А, ну вот. Тут, смотри, черный, тут тоже золото. Красиво написано, здесь Уберто Гуччи, надпись у нас. Вот это вот, вот видим мы. Уберто Гуччи. Довольно плотная, плотная, как у парламента. Бумажка здесь. Даже такая вот. Вот этого я не ожидал. Показать вам, что тут? Какие фильтры четкие. Сейчас вам покажу это. Вот этого, конечно, я не ожидал. Я просто их помял, пока доставал. Они очень плотно упакованы. Смотрите, как они выглядят. Они очень похожи на Сигароны, да? Вот, одни из лучших вообще сигарет, которых мне доводилось пробовать, да? Именно сигарет. Они очень похожи, но здесь вот эти Гуччи, они по красоте превосходят Сигароны. По крайней мере, как они выглядят. Это «Мама, не горюй», Я не ожидал. Я реально, я думал, здесь какая-то белая бумажка, фильтр вот этот обычный пробковый, только каких-то вот какой-нибудь дешманский будет, уже оранжевый такой, понимаете. Ну что, давай доставать, сейчас пробовать. Я немножко приятно удивлен. Так они еще пропитаны чем-то. Сама бумажка пропитана чем-то таким полусладким, я не знаю, как вафельки пахнут. Мне напоминает... Слюни пустил, понимаешь, здесь пропитана бумага, в старые добрые времена еще на легенд Дукати, да, именно пропитывали так бумажку, она чем-то пропитана здесь. Ну, я не знаю, как вам передать, видно ли, как, насколько они красивые, это одни из самых вообще красивых сигарет, которые я вообще держал в руках. Это, ну, пока здесь Гуччи, пока это Гуччи, реально, как они выглядят, вам просто, может быть, тут так на видео не передать. Но они выглядят вот так. Представляете, как она... Если бы я ходил на дискотеку, я пришел бы на дискотеку, все бы женщины были бы мои. Вот, вот так вот они выглядят. Я не знаю, но выглядят
Шикарно. Давай попробуем по набивочке их. Фильтр. Фильтр очень плотный здесь. Плотный. Не мягкий. Давай попробуем по набивочке. Она сразу лопнула. Набиты шикарно. Это вообще точно российские сигареты? Написано Калужская область. Изготовитель ООО КТФ. Заодно посмотрим, что здесь у нас внутри. Ну, интересно очень. Я вижу здесь табачные фракции. Здесь мелкая. Почему Fine Cut была надпись здесь, да? Здесь мелкая. Здесь надо мне пристально присматриваться, потому что здесь что-то похоже на бумажечку. Ну, ее не так много, но что-то такое тут надо мелко. То есть присматриваться хорошенько. Здесь, короче, написано, по-моему, где-то я тут на пачке видел Fine Cut. Fine, это, скорее всего, какой-то, может быть, особая нарезка табака, вот мелкая именно. Она не такая. И сигаретка это очень плотно набита. Вот я такое согнул, и она сразу же у меня лопнула. Вы сами все видели. Ну, давай попробуем. Пока Гуччи. Пока я приятно удивлен. 175 рублей. Да, закурим. Мягенько очень идут они. Ну, это первая затяжка. Я посмотрю, как дальше. Сейчас мы ее попалим немножко, эту Гуччи. У армян красиво, армяне делают, да? Но здесь оно со стилем, оно полностью черное, получается, фильтр темный. Кольцо вот это вот, как под золото, да, написано Уберто Гуччи здесь. И вот этот значок какой-то, G вверху, и я не знаю, что это орел или что это тут такое. Птица какая-то вот такая вот стоит. Орел, наверное. На что хочу обратить внимание, горят они долговато. И, наверное, из-за этого плотные набивки, как я и раньше рассказывал, если производитель будет делать плотную набивку табака, она уже не будет сгорать, как Бигфордов шнур, понимаете? Здесь она реально, я делаю большие затяжки, она получается, не сразу не сгорает. Что прикольно сделано? Плотно здесь дыма огромная, большая, да, вот, ну, я лично это люблю, но запах очень интересный, он такой табачно, сейчас вот. Здесь есть этот комочек, который я люблю, я чувствую затяжку, но они ни капельки не жгут. Ни капельки не жгут. Из, например, из магазинных, да, вот что я пробовал из российских брендов, не считая Погара, да, потому что Погар сейчас сигареты не делает никакие, да. Из российских брендов вот это лучшее, ну, лучшее, что я на данный момент пробовал. Вот это Гуччи дает просраться, например, Маниту. Спокойно. Они на всем Маниту уже начинают горчить, вот тут, да, хоть он там Вирджиния только один бленд, якобы они говорят, но там Вирджиния так особо так, не знаю, что за Вирджиния у них, там не одна, там, блядь, наверное, 10 сортов Вирджинии было, вот. Здесь они на протяжении своего курения, они мягкие, они проходят, у них есть на кур, ну, смотрятся они бомбически. Я курю и смакую их. Мне зашли, например. Мне нравится вот это. Я теперь буду козырять, слушай. Вот. Я в пачках не ношу, получается, сигареты. Я вылаживаю у себя, если уже самокрутки там делаю, да. Если какие-то сигареты мне еще позашли, я их обязательно вылаживаю. У меня есть портсигар. Вот, я их выложу портсигар. И в моем портсигаре, в моей группе ВК я его показывал вам, да, с Че Геварой, там, красивый такой латунный портсигар. Я думаю, они будут смотреться просто, не знаю, мама, не горюй. Но таких я вот похожих не видел. Это одни из самых красивых, реально. Вот. Качество, ну, достойное, очень достойное. Ну, вот такой вот Гуччи. Я думал, что здесь будет стыд, срам, блядь, в жопе буран. Нет, мне зашли они.
конкретно. Красивая, приятная, ну, Гуччи. Я не знаю, кому нравится Гуччи, тут, наверное, тут вообще это, блядь, это его мечта, блядь, наверное, будет. А так, ну, дело в том, что я немножко в недоумении, я думал, все будет хуже, я думал, как всегда, блядь, как всегда, сделают какое-то название, дадут громкое, блядь, а внутри там, черт пойми что. Здесь все наоборот, я готовился к обзору немножко морально к другому. Я думал, сейчас будут крики, будут вот эти удары, понимаешь, а здесь вот они мне просто, блядь... Крышня медали, сказали, заткнись нахуй. Понимаешь? Вот. Так что, ну, четко. Вот такой вот обзор. Пишите, что вы думаете по поводу этого Гуччи. Вот. Мне зашло. Все, вы были на канале Иванов Вадим. Пока-пока, до новых встреч. Становитесь спонсором этого канала. Поддержите Иванова, поддержите его творчество. Вот. Пока.